Добрый вечер, студия. Я веду свой репортаж из Дортмунда. Вокруг меня много орущих людей с пивом в руках и с пивом уже внутри. А значит, мы сегодня поговорим о немецком футболе. Футбол для немцев – это почти религия. Да нет, это больше, чем религия. У них даже церкви играют в футбол между собой. Представляете, кто судит эти матчи? Футбол – это праздник, особенно для продавцов пива и сосисок. Абсолютно все болельщики точно знают, почему их команда проиграла этим уродам и как она выиграла у этих клоунов. Даже дети в Германии с самого детства понимают, насколько футбол важен в жизни. На первом же занятии в секции футбола их возят показывать дом Бекенбауэра, машину Мануэля Нойера. И раздают ксерокопии выписок с банковских счетов Томаса Мюллера. Понятно, с какой запредельной мотивацией дети приступают к тренировкам. В Германии самые красивые девушки выходят замуж именно за футболистов. А самой красивой женой признана супруга Андрея Воронина, который не зря для этого 14 лет играл в немецких клубах. Посмотрите, вот для чего люди идут играть в футбол. Сегодня в Дортмунде большой футбол. В последнем туре чемпионата Германии встречаются местная Боруссия и Бременский Вердер. Другими словами, сражаются команды бывшего игрока Шахтера Генриха Мхитаряна и украинского тренера бывшего игрока Днепра Виктора Скрипника. Виктор Скрипник стоит вообще особняком в немецком футболе. А после того, как он спас в этом году Бременский Вердер от вылета из высшей лиги, он стал стоять уже двумя особняками. Болельщики Вердера называют Виктора трубадуром. Уж больно хорошо получается у него управлять командой, в которой столько ослов, петухов и прочих не самых лучших футболистов. А теперь несколько слов о Генрихе Мхитаряне. Как говорит его тренер Юрген Клопп, гол это вам не болт, так просто не забьешь. Это выражение подарил Юргену Генрих, а тому, в свою очередь, подарили крепильщики шахты Трудовская. Было у шахтеров еще много других выражений о футболе, но Юрген взял только это. Ну что ж, о немецком футболе я вам немного рассказал. А теперь посмотрим, что нам скажут болельщики. Кто для вас важнее, ваш клуб или ваша жена? Моя жена. И в любом случае, конечно, девушка. У меня нету девушки, для меня футбол важнее. Абсолютно одинаково. Где-то посредине и то, и другое. 6 дней в неделю, конечно, жена, но в день игры, безусловно, клуб. Знаете, из какой страны Виктор Скрипник? Я из Украины, я сейчас Украина. 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 А знаете, из какого клуба? Днепропетровск. Днепропетровск. Он же играет сейчас в финале против Севильи в среду. Правильно, вы будете болеть за Днепропетровск? Конечно, конечно, за Днепропетровск. В любом случае, мы, конечно, будем за Днепр. Что касается Германии, я, конечно, болею за Бремен, но все, что касается за пределами Германии, я болею за своего тренера. Виктор Скрипник – чудесный человек, чудесный тренер. Безусловно, я буду болеть за его команду, за его народ, за его страну. Днепро! 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 Ну что ж, спасибо болельщикам. Как минимум, Германия будет болеть за Днепр.